может, устали где-то, может, что-то, может, не собрали затащи хорошо. Не знаю, но просто действительно, вот я много матчей видел, но настолько много ошибок я еще не видел, серьезно. Очень много ошибок в подаче, очень много ударов просто в ауты, в сетки, ну, непонятно. Будем работать над ошибками. У нас не получился прием, мы не справились с приемом. А это наш должен быть, ну, самый сильный элемент. И, наверное, не справились на блоке. Поэтому, ну, и с эмоциями своими. Пока еще не наиграны. Так необычно играть против команды, за которую ты играл 5 лет. Одно время, когда ты это пробуешь на тренировках, и в другое, когда ты смотришь видео и разбираешь его, эту команду, как соперника. Ты должна вспомнить все, что ты делала в этой команде. Я рада, что победа. Очень тяжелый матч. Спасибо огромное девочкам, всем девочкам полностью. И те, кто выходил в старте, и кто потом выходил на замену. То есть видели, что ротации у нас были, наверное, максимальные, да? И каждый принес свой вклад в эту победу, значит, в этот результат.